Я работаю врачом скорой помощи. Мое время расписано по минутам. Доехать до больного, оказать медицинскую помощь, довести до регионального центра. У медиков это называется уложиться в золотой час. За эти минуты есть шанс спасти жизнь. Автопарк скорой медицинской помощи постоянно обновляется. Это стало возможно благодаря проекту неотложной помощи. Он реализуется сейчас в некоторых регионах страны, в том числе и в нашей республике.